Микрополя Микола Подія, Нігрізан Дмитрович. Поздравил бы команду «Азома», что сегодня такая уверенная победа, но мы старались сколько можно. И тоже бы мою команду. Они играли на свой максимум сегодняшний день. Успели с этого минус 10 на половине сделать и нормальную игру, ничью, и на концу проиграли команде, которая видно на сегодняшний момент сильнее, чем просто заслуженно. И я не могу обижаться ни на моих, потому что они тоже показали какую-то энергетику, желание. Но, к сожалению, есть там проблемы явные, которые у нас пока сейчас нет в смысле ответа на эти проблемы игровые. Все равно на этом жизнь не заканчивается, еще два матча в Мариуполе. Как будете настраивать команду на эти игры? Ну, нормально, как мы. У нас одинаковый подход тоже. Завтра улетаем там. И послезавтра зима. И нормально готовиться на игру, каких-то изменений нет. Может отдохнуть, посмотрим, как там будет. Но, по-честному, будем как играть на максимум, а что и как получится, это будет сложно. Там абсолютный фаворит сейчас, как и здесь был «Азомаш», и был здесь фаворит, там вообще абсолютный фаворит, но мы попробуем сыграть, дать какой-то бой. А может быть и получится результат. Может, не знаю, ситуация с Флоресом. Через 2-3 дня может человек установиться, пока без его, ну, не буду алиби жаловаться, играем с кем играем, но может быть, если он вернется в команду, может, какая у нас шансы, как это и увеличивается в смысле на победу. Ваш вопрос. Спасибо.